Друзья, ну вот то приличное здание, вот там далеке, это Turkana County Government House, это именно вот Керио, вот этой деревни, вот администрация находится там, в этом здании, вот, а мы здесь находимся вот на такой вот площади, где здесь тоже какие-то склады расположены, вот, а сзади нас водонапорная башня, такого местного назначения, но в ней нет питьевой воды, потому что вода, которая идет из недр, она щелочная, ее нельзя пить. В лучшем случае ее можно использовать только для стирки. И что оказывается, что в питьевой воды вообще в деревне нет. Вся питьевая вода несется с реки, ввиду того, что вода здесь щелочная, ее нельзя пить. И здесь, в этой деревне, вот нам сказали, что находится несколько, кажется, три таких башен, и в каждой из них не питьевая. Вот в этих зданиях находится полиция вот этой деревни, поскольку деревня здесь очень большая, численность ее не маленькая. Вот здесь расположена полиция. Нашему брату, это его близкие друзья, и он приезжает. Hello, Chris. Hello. This is my son, Samuel, and my name is Gunters. Gunters, yeah. This is a German name. Yeah. Thank you very much. We have a very good guide here. Very good man. Say hi to my fellow. Thank you, brother. Ага, и вот он здесь рядом прямо живет. Хабари. Салам. Hello, hello my friend. Hello. This is my son Samuel. This is my wife Olga. And my name is Gunters. Да. Это начальство. Hello. Wow. Nice to see you. Нас тут пригласили в полицейский участок, и нас угостили армейскими печеньями. Начальник держит в руках рыбу прямо здесь из реки. Очень крутая рыбина. А, еще одна классная рыбка. Молодцы, ребята. Ну что, позади нас осталась деревня, остались ребята. Печенье, которое нам дали в полицейском участке, мы по одному печеньку раздали всем, кому хватило. Но кто не хватило, на меня смотрели, конечно, злобно. Но, сори, ребята, что есть, то есть. Я бы тоже хотел бы каждому вам по пару килограмм печенья, если бы это было бы возможно, чтобы вас порадовать всех. Вот, а моя возлюбленная с нашим новым другом полицейским, они нас сопровождают, и наш дорогой брат Кали, мы хотим спуститься вниз к реке. Солнышко идет к закату, а мы здесь спускаемся вот в такую вот местность, где... Вау! Наверное, то, что я думал по поводу реки, вообще это не река. А? Это то, что нам называли как реку, на самом деле это просто лужа. Ой-ой-ой-ой-ой.
из таких луж они пьют, собирают воду в бидончиках и несут обратно. Это огромная река, которая пересохла. Мы идем вверх. Вот так они тут, ребятки, топчутся в этой грязи. Боже мой. Пойдем туда. Мы спускаемся сюда вниз в реку, чтобы пройти вот туда, где люди добывают воду. Вот так вот на головах они несут воду. Потому к 50 годам у всех у них проблемы со спинами, с позвоночниками. Но мы направляемся по речке домой, и наш полицейский сказал, что он готов нас проводить до дома ради нашей безопасности, чтобы никто не задавал нам никаких вопросов и не придирался к нам. И он даже взял нашего Шмулю на руку. Шмуля пошел на руки. Он очень классный дядя. Если бы такие полицейские были бы во всех городах, людей было бы много уважения к ним.